Всекубанская эстафета – это традиционное мероприятие. Оно проводится в память о героях, которые сражались за Родину и одержали победу в Великой Отечественной войне. Эстафета проходит с 20 апреля по 8 мая во всех городах и районах Краснодарского края. Прошла она и в Славянском районе. Для того, чтобы принять участие в эстафете, спортсмены Кубани во знаменование победы в Великой Отечественной войне в Северном парке собрались студенты филиала Кубанского государственного университета, техникумов, воспитанники спортивных школ. Глава города Александр Берсенев поблагодарил ребят за активность и поздравил с наступающим праздником, Днем Победы, подчеркнув значимость спорта в патриотическом воспитании молодежи. Всекубанская эстафета – это не просто пробег. Это действительно мероприятие, посвященное Великой Отечественной войне и ее защитникам. В каждой семье из нас были дедушки, бабушки, прадеды, которые действительно защищали нашу Родину. Для того, чтобы мы с вами жили сегодня свободно, мирно. От лица участников эстафеты выступил студент филиала КубГУ Денис Чешуйко. Советский народ ценой героических усилий одержал победу над немецко-фашистскими захватчиками, отстоял честь и независимость страны. Сознавая себя наследниками народа-победителя, мы должны помнить о том, что теперь мы несем свою долю ответственности за судьбу своего края, своей Родины. Мы должны приумножать достижения и в спорте, и в науке, и в творчестве, сохраняя лучшие традиции старшего поколения. Мы, молодежь, обещаем стать достойными преемниками героев-победителей. Спорт является силой, которая объединяет единомышленников. Все участвующие в забеге считают, что занимаясь спортом, можно добиться здорового и успешного будущего. Важно было почтить павших героев. Завершилось мероприятие минутой молчания в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной. Славянские юнармейцы отправились в парк 40 лет Победы, чтобы возложить цветы к вечному огню.